кто кончил жизнь трагически, тот истинный поэт. А если в точный срок, так в полной мере. На цифре 26 один шагнул под пистолет, другой же в петлю слазил в Англетере. А в 33 Христу он был поэт, он говорил: да не убей, убьешь, везде найду, мол. Но гвозди ему в руки, чтоб чего не сотворил, чтоб не писал и чтобы меньше думал. С меня при цифре 37 в момент слетает хмель. Вот и сейчас, как холодом подуло, под эту цифру Пушкин подгадал себе дуэль, и Маяковский лег виском на дуло. Задержимся на цифре 37, коварен бог, ребром вопрос поставил или-или. На этом рубеже легли Байрон и Рэмбо, а нынешние как-то проскочили. Дуэль не состоялась или перенесена, а в 33 распяли, но не сильно. А в 37 не кровь, да что там кровь и седина, испачкала виски не так обильно. Слабо стреляться, пятки, мол, давно ушла душа. Терпенье, психопаты и кликуши. Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души. На слово длинношее в конце пришлось трие. Укоротить поэта вывод ясен. И нож в него, но счастлив он висеть на острие, зарезанный за то, что был опасен. Жалею вас, приверженцы фатальных дат и цифр, томитесь, как наложницы в гареме. Срок жизни увеличился, и, может быть, концы поэтов отодвинулись на время.